Да не, не, нормально, ничего не будет. В воду не упади, близко не подходи к берегу. Ой, блядь, пиздец, ты встрял, а? Штурман виноват. Я его не послушал. А? Я его не послушал. А он что предлагал? Он сказал, ладно, по прямой поехать. Вот так надо было ехать. А? Вот надо было так и ехать. Нет, он сказал, куда прямо. Ну тут слишком... Нет, вообще туда. Вот эта точка, оттуда, блядь. Вверх. А я говорю, возьмем отсюда и сюда пойдем. В принципе, тут ничего такого, как вроде бы... Вроде нет, а, блядь, ничего такого. Тебе надо сейчас, знаешь как, ее завести все-таки надо. Вы его ничего с ней сейчас не сделаете. Темнота тоже, ну, темноты тоже не стоит ждать. Надо попробовать его именно вытянуть морду... Сделать так, чтобы она без воды была. Ну, чтобы скинуть стартер. Или не скинешь его так, да? Вниз надо залазить все равно. Вперед. А? Как надо, чтобы туда кто-то вытянул, а потом жопой откнул, как я не знаю. А здесь сейчас вытянет, Серега. А дальше? А дальше тут нормально, ты тут поедешь. Хочешь, бросай его, потом эвакуируем тебя, вытащим. А что делать? Вернулись все, да? Нет еще, там еще две или три машины там. Бля, так хорошо начали. Да, вообще, я не ожидал, что вы вот сюда сунетесь. Как бы так можно было выехать, но зачем? Если вы уже точку как бы взяли снизу, да? Взяли ж точку. Она, у тебя стартер внизу сломался или сверху? О! А с этими что делать?